Так, ну и что мы здесь будем делать? Мама, я знаю, что в Sims что? Есть пульт времени. Ну да, есть. Я хочу вернуться и все исправить. Я все изменю. Нет, стой, нельзя! Это мы вернулись сначала. Да, Хлоя пытается выигрывать суперкотом. Валерий, нельзя возвращаться в прошлое. Почему? Изменив прошлое, мы изменим настоящее. Им, возможно, не в лучшую сторону. Это помнишь, когда Хлоя пыталась его, чтобы он с ней сфотографировался, а Леди Баг потом отправила фотографию? Помнишь? И Леди Баг поругалась тогда с суперкотом. Еще Хлоя пожар устроила, помнишь? Они в панике, Они кухню спалили тогда. А, это суперкот, смотри, с Леди Баг. Они не знают, как потушить кухню. Валерий! Бегите! А что ты хочешь поменять, Валерий? Во-первых, я хочу, чтобы Хлоя не украла свадебное платье Леди Баг. Хорошо, но это было не тогда. Смотри, это еще... Когда Алиса примеряла платье. Это Алиса выходит замуж. Да. А это важный момент, потому что смотри, суперкот после свадьбы Алисы делает предложение. Леди Баг! Да, это же романтический вечер. Да. Помнишь, как он волновался и не знал, как ей кольцо подарить? Да. Смотри, мы не можем сейчас это все поменять, иначе он не сделает предложение, Леди Баг. Смотри. Он сделал. Так, все, пока что все нормально, но платье это потом, когда уже Леди Баг, мы будем одевать разные платья. Ой, смотри, как она запрыгнула на суперкота. Да. Романтика. Все, смотри, мы это... Там, Леди Баг, мы начали выбирать платье. Да. И вот здесь уже Хлоя украла его тогда. Отдарила ей платье. Вот она. Да, вот. Она зашла в комнату, где висело платье Леди Баг. И его тогда одела на себя. Помнишь, она не знала, что придумать, куда и его деть. И она выбросила его в море. С того, в озеро, точно. Да, и она сейчас в нем просто, она в нем уйдет к озеру. Вот почему тогда Леди Баг не узнала, куда делось ее платье. Да, потому что она пошла и выкинула его. Хлоя, подожди, не убрасывай платье. Не успела. Мама, не успела, давай еще раз. Валерий, ну почему? Помнишь, у Леди Баг было тоже красивое платье на свадьбе, вспомни. Алиса отдала свое, ей было очень красиво. Смотри, какая была красивая свадьба. Да. Я думаю, в принципе, ничего страшного. Вспомни, как она одевала колечко, вы помните? Какая она была красивая, как это было трогательно. По-моему, ничего нормально. Это же Леди Баг, беременная! Да, это этот момент, мы вернулись. Смотри, получается, что как раз в этот момент... Да, мне надо помешать Хлое забрать вторую дочку. Ну, помнишь, как бражник еще похитил нашу Леди Баг? Тогда нам нужно не в этот, а нам нужно вернуться в больницу. Да. Помнишь, когда именно Хлоя в больнице забрала у нее вторую дочь? Как наш, смотри, суперкот ухаживал за своей беременной Леди Баг. Да. Он ее так вообще оберегал. Смотри, это то утро, когда она отправится в больницу. Да. Это вот когда Хлоя договорится с этим призраком. Я не думаю, что нам удастся что-то, Валерий. Вдруг будет только хуже, ты сделаешь. Нет, мне надо попытаться забрать. Нет, Валерий, я не думаю, что это будет хорошая идея. Мне кажется, ты можешь что-то испортить. Хорошо, наша Леди Баг отправляется в родильный зал. Так. Смотри, она идет рожать. Забрать. Что же сейчас произойдет? Давай тогда наша, это помнишь, еще странная врач, которая будет принимать роды. Вот этот призрак врач. Вообще, почему это такой? Ужас. Почему именно у Леди Баг такой врач? Везде у всех был нормальный. Да, кроме Леди Баг. Тогда мы просто в этот момент. Смотри, еще тогда у нас были еще аисты на экране, помните? Ага. Когда они приносили как будто детей, смотрите, как мультики аисты. Да. Так, сейчас наша Леди Баг родит двух девочек. О, сердечко. И мы сейчас тогда попробуем остановить. Да. Не знаю, что из этого получится. А где Хлоя в этот момент? Она, наверное, стоит там вот это, сзади, видели? Мы пропустили этот момент тогда. Да. Смотри, что сейчас появится на свет. Две малышки. Да. Вот они. Наша Леди Баг. Я пошла. Валерий, удачи. Хлоя, стой. Она вернула ребенка Леди Баг. Мама, у меня все получилось. Я в это мало верю. Еще и Тиньку спасла. Да ладно. Вот он живой. Как классно вообще. Смотри, он у Алисы кушает в своем любимом бантике свой любимый корм. Да. Я в это не верю. А да ладно. Две малышки. Серьезно? Да. Но вообще-то нельзя менять прошлое.
Ну правда, смотри! Да! Ты это, я не верю своим глазам! Они вдвоем воспитываются теперь у Леди Баг и Супер Кота. Две наши девочки, и две наши малышки. Дети. Смотри, три, как Супер Кот кормится. Да. Как это мило! Вообще, я в это не могу поверить. Как смотри, мило. Леди Баг кормит тоже. Интересно, а кто из них Кэти, а кто Диана? Смотри, они какие они милашки. Да. Они лежат в своих люльках. Для пушки. Валерий, вообще, это ну, обе это, девочки. Это мало вообще. Я в это не верю. Здесь что-то не то. А вдруг да. что-то случится? Ничего не случится. Они вместе. Ты уверена? Леди Баг и Суперкот их защитит. Смотри, какая Леди Баг и Суперкот счастливые. Да, я вообще не верю, если честно, да. что это возможно. Вон ночь, вон ночь. Смотри, Леди Баг не пускает да. Хлою. О, боже мой. Что они делают? О, боже. По-моему, Леди Баг очень настойчиво да. говорит Хлое больше не подходить к ее детям. Да. Я такой первый это раз ужас. Вижу в Симсах, если да. честно. Что это они там? Да. Ничего себе Леди Баг дает. Ужас. Да, вот это да. Ну все, я думаю, Хлоя больше не подойдет к детям. Да. Потому что Леди Баг ее объяснила очень понятливо. Что происходит? Тут я же говорила, что-то произойдет. Нельзя было менять прошлое. Посмотри. Она невидимая стала. Что с Насмайлой? Она как призрак. Валерий, это мальчики. Что? Мальчики, два близнеца как мальчика. Мальчики? Я тебе говорила, нельзя менять прошлое. У нас же девочки были. Поменяв прошлое, ты поменяла настоящее. Нет ни Дианы, ни Кэти. Вообще никого. Где они? Никого нет, Валерий. Мама, что же она делала? Валерий, не расстраивайся. Можешь вернуть все, как было? Хорошо, я верну. Валерий, все, что было в прошлом, это прошлое, его нельзя поменять. Ладно, что, Диана с да, Кэти вернулись? Да, сейчас мы все узнаем. Да, да они Диана вернулись. Диана сейчас с Гренни отправились в новую школу. Да, они же уехали. Они же переехали, да, в новый город. Наша вот Гренни хочет максимально подальше отвезти вау, Диану. Мама, смотри, какая учитель. Там была учительница Алисина, сестра. Да. Вот такая, такая школа, она находится очень далеко, но, кстати, очень милая, красивая да. школа, новая у Дианки. Угу. И у нее в классе будет кто-то учиться, я вам обязательно да. покажу серию, это будет сюрприз. Это крутяк будет, наверное. Ну, а наша Кэти тоже, отправляется в свою школу. Ей желаю тоже хорошего дня, мама Леди Баг. Смотрите, какая да. у нее красивая тоже школа. Смотри, она уже со своими сверстниками да. что-то там обсуждает. У них начинается урок информатики, да. как у нас у всех, наверное, в школе. В первом классе. Да. Смотрите, ее уже как бы одноклассницы. Да. И одноклассник уже на коленях, он что, влюбился? Не знаю, это их столовая. Кэти здесь да. будет у нас обедать. Она со своими будет девочками да. и да. одноклассниками. А что с мальчиком, не знаю, по-моему. Как он смеется и плачет? Не знаю. Ой, Рапунцель! Ой, Рапунцель! У них учительница Рапунцель? Это урок физкультуры у них будет. А тем временем наша Диана услышала про конкурс талантов. Будет пение у нас. Да. И все, кто умеет петь, приглашаются на этот конкурс. Конечно, наша Дианка обожает петь. Если вы помните, она все время пела. И она, конечно... очень мечтает принять участие в этом конкурсе талантов. Да. Ну как ты Гренни думаешь, Гренни разрешила? Конечно, Гренни категорически запретила Диане принимать участие да. в этом конкурсе и не сказала, что никуда ее не отпустит. Да. Диана просто очень рассердилась на Гренни. Она сказала, я мечтала об этом всю жизнь, я хочу да. принять участие в этом конкурсе. А тем временем Кэти наша уже на следующее утро просыпается у себя в комнате, самая красивая, если вы помните. Смайла уже да. встречает, видишь, уже не наша, да. говорится, тень, как она там была, привидением, да, когда мы да. поменяли. Она учит ее разным этим, смотри, кувыркаться, да, делать. Да, кувыркается. Может быть, даже лапы будет подавать. Да, или... Наша Кэти да. тоже готовится к конкурсу талантов, она же поет. Обожает петь, у нее сейчас уже начинается репетиция, да. смотрите, Суперкот Супер тоже готовит, уже ребята, смотрите, все пришли, да. смотри, Диана сбежала, да, она решила, что... несомненно, должна принять участие в этом конкурсе талантов. Да, конкурс проходит в нашем самом красивом да. парке, который вам очень понравился. Тоже сюда идут, все усаживаются, да, наши все школьники. Им очень не терпится послушать, как красиво да. поют наши участники и участницы. Да ладно, на сцене, мама, пока репетируют Кэти. Диана мама. Тоже пришла на этот конкурс талантов. Леди Баг увидит ее. Не знаю, ребята.
Леди Баг в шоке. Ну как Грэнни отреагирует, что... А Диана, я не знаю, давайте об этом обо всем узнаем в следующей серии. Да. Мы вас очень любим. Если Леди Баг найдет свою вторую дочь, это будет шок. Уже? Они уже встретились. Осталось чуть-чуть. Всем классного настроения. Чтобы Леди Баг узнала. Всем. И забрала ее. Пока-пока. А Грэнни, думаешь, отдаст ее?